Население Азербайджана высоко оценивает деятельность президента Ильхама Алиева. Главе государства полностью доверяют почти 91% населения страны, следует из отчета Центра социальных исследований. Опрос охватил второй квартал этого года. Абсолютное большинство респондентов положительно оценили деятельность Ильхама Алиева в области строительства и модернизации вооруженных сил, а также внешней политики. Подавляющее большинство опрошенных удовлетворены реакцией главы государства на события, вызвавшие общественное осуждение. Согласно отчету, население также высоко оценивает кадровые реформы, проводимые президентом страны. Фарида Ашралова, CBC.